сотрудниками отдела Министерства внутренних дел города Каспийска в целях контроля за соблюдением ограничительных мер и правил поведения граждан при использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания на территории городской автостанции и улицы Ленина в дневное время был осуществлен рейд. В ходе проведения рейдовых мероприятий полицейскими в первую очередь проводится профилактическая работа по разъяснению гражданам о необходимости ношения масок на автовокзалах, остановках общественного транспорта, медицинских учреждениях, аптеках и иных мест массового скопления граждан, а также об административной ответственности, наступающей в случае неисполнения установленных правил поведения. Жители города Каспийска поддерживают ношение масок для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Я к этому отношусь положительно, поскольку отлично понимаю, какие последствия могут идти без ношения маски. И, естественно, когда на нас маска, у нас хоть какой-то процент защиты имеется. Когда говорят, что она совершенно не защищает, я с этим не согласна. В результате очередного рейда установлено, что граждане, находившиеся на территории города, не все использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания и были выявлены факты нарушения.